I got broads in Atlanta, switch to the lean, the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the family. Всем здорово, пацаны, с вами Айвен, мы продолжаем играть на сервере Смотра Антон номер 3. Все как всегда, я извиняюсь за долгое отсутствие на канале. А именно что-то там полторы недели не было, потому что сейчас конец года, как вы знаете, куча контрольных, можно так сказать, и мне не было времени, чтобы записать серии. Ну а так, давайте сегодня так по-бырому что-то расскажу, что произошло, что будет дальше. Продадим пару тачек, как вы узнали по названию ролика. Не смотрите, что они такие кусты белые, они ночью лучше. Что хотел сказать, что у меня всего лишь 3 миллиона, да, и вы видите, у меня наличных 920 тысяч. Это откуда 920 тысяч? А я вот продал свои 46, только что пацану, за 920 тысяч. Я знаю, что это мало, но, блин, я ее продавал около месяца или полтора, и вообще не мог ее продать сегодня. Мерседесу привет, кстати. И я думаю, короче, пацаны, вы же знаете, что перед Новым годом всегда делают обновы, да? И когда обновы на Смотре, слетают безы и дома, да? То есть до Нового года желательно все свое имущество продать. Что, извиняюсь, что будет делать сейчас я? Короче, я, наверное, солю свои тачки в БУ и дом свой на 4 места в год солю, чтобы проценты капали. Я посчитал, плюс-минус там будет 10 миллионов, и с 10 миллионов, я знаю, что я сейчас вообще по минималке продаю на тюнинге, с 10 миллионов они будут капать, и где-то за неделю еще лям накопится, будет 11-12, где-то так. Может, еще кто-то с подписчиков подкинет. И, короче, получается, накопится, а потом, когда придет обнова, я смогу скачать кэш, считайте, и понадеяться, чтобы словить бис или дом по ГОС. Сегодня. Ща. Давайте поставим 920 тысяч. И у нас уже 4700. Хорошо, жду вору, тоже привет. Я, смотрите, Сильвия, из-за того, что она на тюнинге, она красивая, у нее вложено дофига денег, я ее продам, я максимум выручу аж 400 тысяч, потому я этого делать не буду. Я все-таки, наверное, сделаю на нее конкурс в конце декабря. Как вы знаете, я всегда делаю конкурсы и должен быть в роли чувака. Ну, короче, это, я продаю Сильвию. Ой, не продаю, вернее. Я 39, как вы знаете, это моя мечта. И на номере она красивая, я, короче, не продам никогда. Так, Жигули — это тачка из реальной жизни, можно так сказать. Я ее, возможно, потом что-то сделаю, но пока ее продавать не буду. Все, что у меня остается, как вы поняли, это гольфик. Давайте ее продам. Плюс Жигу. Так. И, конечно, жалко с ним расставаться, но что-то я на нем наездился уже, если честно. 2170 нам дают. Ой, что-то мы закинули Мерседеса случайно. Ой. Да. Вот смотрите, четвертый и седьмой, да. Такое. Извиняюсь, конечно, Мерседес. Давайте поставим эти деньги в банк. 270, 2170. Почему я так быстро это все оперативно делаю? Потому что сейчас проценты должны прийти в 12.30, понимаете? Так, и остается у меня 3 тачки и 2 свободных места. 2 свободных места мне ни о чем. Я, конечно, мог сейчас записать какую-то быстро. Я, конечно, мог сейчас записать там серию, купил тачку, а потом продать дом, но этого делать не буду. Уже, наверное, после обновы что-то запишем, а так сейчас по тачкам, а так сейчас будем копить денежки. Вот моя квартира на 4 места. Продать этот дом государства за 3400. Давайте ее продадим. Действительно хотите продать за 3 миллиона 400? Да, продать, все. Слили мы домик государства, он стоит государство 4, считайте. Если надо будет, потом я куплю его.
И давайте поговорим про конкурс, так как уже первое, возможно, первое место, возможно, что-то еще дороже будет. Уже у меня есть, это Сильвия. А вы пишите... Ой, я думал, сбыл, нет. Вы пишите, что можно еще купить на конкурс. Возможно, просто сделать по угару, там, купить вес BMW Salon. Конечно, я вес не куплю, потому что у меня там денег дофига так уж нету. А вот, возможно, купить весь АвтоВАЗ или... Там все тупо Жигули, там затюнить их по-разному. И денежки, и Сильвия. Короче, сделать такой очень масштабный конкурс под Новый год. Вы пишите, что об этом думаете. Можете писать в комментарии, а можете по ссылочке в описании вступить в мою беседу с подписчиками. Там мы общаемся, скидываем обновления, обговариваем разные, короче, темы. Продаем тачки. Ну, с вами был Эван. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Спасибо, что вы со мной. Всем удачи, пацаны, и всем пока.